7 апреля прошло ежегодное спортивное мероприятие «День здоровья». Организаторами традиционно стала Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта Казанского федерального университета. Программа показательных выступлений была очень насыщенной. С 8 утра и до 4 часов вечера студенты-преподаватели принимали участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии. Вот с 2013 года в университете непрерывно каждый год мы поддерживаем эту традицию, и этот праздник проводится именно физкультурный праздник, да, массовый студенческий праздник в рамках занятий по физической культуре и элективным курсам по физической культуре. Физическому воспитанию студентов в Казанском федеральном университете отдают большое значение. Благодаря внедрению такой дисциплины, как физкультура, учащиеся не только дисциплинируются и узнают для себя много нового, но и достигают значимых результатов в различных видах спорта. Так, на Дне здоровья студенты показали свои умения в степ-аэробике, баскетболе, силовой выносливости со свободными весами и многом другом. В ходе мероприятия студенты также принимали участие в различных мастер-классах от деятелей спорта. Отметим, что День здоровья проводился на площадках спортивного комплекса «Уникс», «Москва» и «Бустан». Массовый студенческий праздник зародился в 2013 году, что позволило привить любовь к спорту десяткам тысяч студентов, а также обрести новых друзей. Казанский федеральный университет за здоровый образ жизни, чего и советуют всем зрителям нашей программы. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.